Очаков ТВ представляет. Здравствуйте. Привет. Извините, чуть-чуть осталось тогда есть. Слушай, я тоже хочу это мороженое, блин. Кушаешь меня, блин, соблазняешь на мороженое тоже. Я пришел в еду. Это ты где покупал его? Костка? Да. Как вы так определили? Здрасте. Легко. Прикольно. А вы откуда сами? Я из оттуда же, откуда и ты, из Калифорнии. Здорово. А город какой? Денвилл. Понял. Знаешь? Нет. А ты в каком городе? Ньюпорт-Бич. А где это, напомни мне? Южнее Лос-Анджелеса. А, ты южнее Лос-Анджелеса. Ты в сторону Сан-Диего туда. Далеко, да. Далеко ты от Лахойи? От Лахойи? А, или ты недалеко от Лонг-Бич? От Лонг-Бич ты недалеко, да? Да, да, от Лонг-Бича получается, наверное. А, ну все, все, я понял, я понял. Хорошие места, красивые. Да, классно. Оранж Каунти вообще. Да, да, я, да, хорошая. Я жил в Лос-Анджелесе год, ну, когда приехал в Америку, еще очень давно, правда. А вы давно, да, здесь уже? Я 26-й год. О, здорово. А ты сколько? 6 месяцев. Ты из Украины приехал? Нет, Россия. А, серьезно? Ты как беженец приехал? Ну да. Слушай, а вот как беженец из России, ну, как ты попал в Америку? Через Мексику. А, ну то есть так или иначе надо нелегально заходить, да? Да, да. Просто приехать это не представляется возможным, да? Нет, нет. Ну вот для украинцев-то открыли эту программу U4U, а россиянам нет. Слушай, открыли, а продлили ли? Вот это я не уверен. Да, да. Продлили, да? Да, продлили. Слушай, и что ты? Да, вот я общался буквально. Подожди, а ты женат, да? Да, с женой, с дочкой. То есть ты с женой, с дочкой через Мексику, да? Да. Слушай, молодец, у тебя хватило вот этого здорового авантюризма, скажем так. Молодец, молодец. Слушай, а ты вот уже, ты снимаешь дом? Квартира, это апартамент. Квартира, а ты с деньгами приехал? Ну, в России это были деньги, здесь они быстро вообще кончились. Ну да, если у тебя было там пару десятков тысяч долларов, то это быстро заканчивается. Вот так и было, да. Ну да, я так и подумал. Да, это, ну слушай, ну работу-то нашел ты уже? Ну да, подрабатываю. А кем? А, да кем придется, когда что-то по ремонту, когда там детейлинг самолетов, полировка. То есть ты как хэндимен, да, сейчас такой, ну мастеровой, ну, да? Ну нет, нет, я просто, у меня там знакомые есть, и когда им требуется человек, я либо там работаю, либо в другом месте. Как слушай, ну ты живешь в крутом месте, там дорого стоит ведь апартменты и так далее, да? 2600. Обалдеть, это очень дорого. Угу. Сколько бедрумов? Одна. Обалдеть, слушай. А жена работает у тебя сейчас? Нет. Так тоже иногда на клининг, когда есть заказы, выходит. То есть вы так тянете на, фактически на твою зарплату, ну, на твой доход точнее, да? Ну да, у нас получается, мы отбиваем жилье, ну и так по мелочи совсем. Ну а вы получаете какое-то пособие? Нет. А почему? Вот в округе Оранж пособие россиянам не положено, так скажем. А в других округах дают пособие? В других, да. А почему ты не переедешь? Слушай, тебе что, Оранж там... А у нас был здесь поручитель, и мы из-за хорошей школы еще здесь сняли жилье. Ага. Ну, как-то вот так получилось. А сколько пособия дают? Да что-то немного, долларов, наверное, 500 или 600 на человека. На человека?
Плюс отдельно талоны на не талоны, а отдельно деньги на питание. Это, по-моему, либо то, либо то. Как-то вот так. Не-не-не, вот. Не бывает либо то, либо то. Дают всегда на питание отдельно. А всегда. Может быть, да, может быть. Так что, слушай, ты мог бы, блин, ну что, переедешь недалеко и получать намного больше сразу. Мы здесь уже оформили на себя на год жилье. А, вы сняли на год, подписали контракт, да? Не, ну слушай, если ты тянешь, то нормально. А какие перспективы, кем ты хочешь стать? Я не знаю даже. Может быть, дальнобойщиком. Ну, как бы сейчас рынок плохой. Какой плохой? Дальнобойщики, плохих рынков не бывает. Свои около 10 тысяч ты будешь получать, как только начнешь водить машину. Ну вот, надо... Не свою машину, а на компанию будешь работать. А это уже серьезные деньги, согласись. Ну да. То есть для старта это очень круто, начать получать такие деньги. Да. Слушай, а ты кто вообще по специальности? Есть у тебя какая-то специальность или нет? Из России? В России я был бухгалтером. У тебя есть образование? Да, конечно. Какое? Экономическое? Да, высшее экономическое образование. А почему ты здесь не рассматриваешь это? Ну, нет, наверное. А, ты не хочешь на этом поприще, да, строить карьеру? Просто это все реально, ты знаешь. Можно эвалюировать свой диплом. И аккаунтинг, ты знаешь, что такое аккаунтинг, правильно? Это же как бухгалтер. Аккаунтинг 3, 2, 1, там, начиная от государственных структур, люди требуются постоянно, заканчивая компаниями, естественно. Ну и язык, соответственно. Нужен. Нет, язык, конечно, слушай, язык... Я с языком вообще пока очень плохо. Я когда приехал в Америку, вот я сегодня приехал, а, по-моему, завтра, я не помню, или завтра, или на послезавтрашний день, я уже начал учить язык в школе. Ну, это же бесплатно все. В вечерней школе, да. Ты ходишь на курсы? Нет, я не успеваю по работе. Ты должен обязательно минимум час каждый день уделять языку, если ты хочешь иметь здесь перспективу реально. Слушай, а что тебе объясняют, говорю, что тебе обещают с твоим беженством? Что тебе сказали? Ну, суд. Суд будет. Ну да, а когда приблизительно сказали? В июле. У нас уже был суд первый. Ага. Адвоката нету, нам перенесли на июль. Нам нужно до июля найти адвоката. А если не будет в июле адвоката, тогда что? Я думаю, они предоставят бесплатного. Ну да, да, ну естественно. Ну и все, а дальше только доказывать то, что по возвращению меня ждет преследование в моей стране. Слушай, а мне кажется, это довольно легко доказать. У тебя есть какие-то факты? Да, есть факты, конечно. Ну типа, знаешь как, например, если ты выходишь не от войны, тебя там забирают в полицейский участок, мне кажется, этого одного будет достаточно для того, чтобы любой суд поверил, что ты, да, беженец, правильно? Да. У тебя какие есть факты? Такого типа? Да, такого типа именно. Именно все задокументировано, да? Ну да, есть фотографии, есть снятие побоев после задержания. Меня один раз задерживали, а вообще я давно против политики Путина. И в штабах Навального состоял, и в предвыборной кампании Навального участвовал еще в 2017 году. То есть... Как бы вот так. Ну да. Ну, слушай, найди себе род занятий и такой, знаешь, ну, понятно, что ты сейчас еще 6 месяцев, это вообще ни о чем. Ты еще такой вообще не понял даже, что вокруг творится, я так понимаю. Правильно? Да, есть такое, да. Да, еще такой потерянный, но поверь мне, пройдет год, полтора, два, и ты будешь с радостью вспоминать те моменты, когда ты покинул Россию. Да. Да я думаю, и так ты понимаешь, что перспективы здесь тебе и твоим детям, что самое главное, понимаешь. Просто без
безграничные. Да. В отличие от России, так что... Я сам родом из России, кстати. Mm-hmm. Вот так. Понятно. Хорошо, ладно, слушай. Удачи тебе. Приятно было пообщаться. Да, удачи тебе и твоей семье. Спасибо вот, большое. Ты... Я думаю, что если ты будешь держать нос по ветру... В Америке надо быть шустрым. Я сразу даю просто совет хороший. Шустрым надо быть. Что-то понравилось, сразу посмотри, подходит, не подходит. Раз, иди следующее выбирай, если не подходит. Что-то подошло, и начинай каждый день к этой своей цели идти. А дальнобойщик неплохая идея для начала, как минимум. Так что, вот так. Спасибо знаете, как, за совет. У, люди продвинутые, да, агрессивные в хорошем смысле слова, садятся за машину, через год, иногда меньше даже, они покупают уже свой трак себе. А еще через полгода еще один трак. А потом еще. И еще. У нас есть люди, здесь, где я живу, я в Северной Калифорнии, десятки, а иногда и сотни траков своих имеют. Когда-то тоже приехали, вот начинали с баранки. Ну, это так, одна из ветвей. Совершенно не обязательно, что это тебе зайдет в душу, да? В Америке чем мне нравится, что можно заниматься тем, что тебе по душе. Не обязательно заниматься тем, что тебе не нравится. Так или иначе, когда становишься на ноги, каждый человек себе находит все-таки то, что по душе. А язык – это мой самый главный тебе совет. Вообще, учи язык просто. У тебя вся квартира должна быть обклеена листиками, вот стикерами, фразами английскими. Английские только фильмы на английском языке. Все по-английски. Это самое твое главное оружие на сегодняшний день. Поверь мне, и потом спасибо скажешь. Понятно. Ладно. Ладно, всего доброго. Давай, успехов твоей семье, счастливо. Ну вот, друзья, видите, это нормальный россиянин. Живет в очень дорогом месте. Однобедрумный апартмент 2600. Ну, это там океан, вот прямо там, совсем рядышком. Вот, и это между Лос-Анджелесом и Сан-Диего. Это такие прям золотые места. Ну, пожелаем ему удачи, что у него хватило... смелости не поддерживать свою власть, сегодняшнюю фашистскую, российскую, и хватило решимости и здорового авантюризма, чтобы таки, да, с ребенком через мексиканскую границу, я знаю таких случаев огромное количество, кстати. И видите, 6 месяцев прошло, он живет в квартире, в большой квартире, в хорошей, новой, смотрите, там это видно. Платит 2600, и ему хватает, естественно, и на питание, и на все остальное. Вот, пожалуйста, человек еще фактически не работает, подрабатывает там, временами, то там, то там. Вот так вот. Все возможности есть в этой стране, друзья. Это для тех, кто желает все-таки из России... не видит выхода там и так далее. Да, он имел там пару десятков тысяч долларов, да. Вот, но... Ну, хотя бы надо иметь несколько тысяч, чтобы первые буквально, вот, ну, добраться до Мексики и потом до границы добраться. Вот хотя бы так. Надо иметь какую-то сумму. Не обязательно несколько десятков тысяч. Можно обойтись заметно меньшей суммой, но... Дерзайте, друзья. Кто реально хочет поменять свою жизнь, дерзайте. И до новых встреч. Пока.